мы теряем до 80-90% денег только потому, что мы, не понимая клиента, говорим ему словами, непонятными ему. Мы должны воспринимать клиента как ребенка, да? Стало быть, свой словарный запас подсократить. Вы знаете, да, такое правило в коммуникации? Не умничать с клиентами и поменьше сленга. А вот как скоро сможете, а вот сегодня сможете, а вот желательно не позже 7. И ты вот как-то там обтекаемо такими вежливыми фразами пытаешься изложить эту суть. Но эта техника сложна, потому что мы привыкли с детства оскорблять друг друга, понимаешь, вешать ярлыки и вносить оценки. Но это сложно, я согласен. Друзья, сейчас YouTube пессимизирует российские каналы. Если вам понравился контент, поддержите нас, пожалуйста, своим комментарием или лайком. Вдвойне будем благодарны, если поделитесь в своих соцсетях. Так видео увидит больше зрителей. Коллеги, здравствуйте. Хороший звук, да? Держи. Так себя хорошо слышно? На себя. А? На себя. На себя, я понял. Я готовил тему для вас. Думал, какую тему привести в Пермь. Да, я видел ваши аплодисменты все почти до самого предела. Камчатка. А в Камчатке говорят Калининград. Сервис на миллион. Коллеги, похлопайте, кто зарабатывает, правильно, может, вы это про вас, зарабатывает меньше 100 тысяч рублей в месяц в среднем. Похлопайте, кто воздержался от аплодисментов. Ну, честно, потому что было бы странно не явиться тем, но должны же прийти те люди, которые набирают обороты. Похлопайте, кто получает 200 плюс в месяц. Так, вот смотри, какие странные аплодисменты. Там, значит, ни одного почти, считай, хлопка. И тут такой разряженный хлопок. Сколько же зарабатывает этот зал в среднем? Вадим, сейчас идет трансляция, нас смотрят сотрудники налоговой полиции, поэтому ты аккуратней. Это ответственность компаний, агентств недвижимости, сколько зарабатывает в среднем риэлтор. Я понял, есть хорошая новость в том, что в компании удобно работать. Можно, соответственно, да. Разбор кейсов. Я вообще на самом деле озадачен одним только лишь сегодня фундаментальной темой. Кто страдает синдромом миллион дел в сутки? Похлопайте, пожалуйста. В последнее время я сильно встревожен. Единственное, что на самом деле стоит разобрать, как справляться с уровнем звездеца через букву «П», который происходит сегодня каждый день с нами. Это не только профессиональные вопросы, это реально просто про всю, весь образ жизни. Да, вот колесо баланса, привет. Кто делал это упражнение, понимает, что там интересное колесо получается. Меня зовут Вадим Орехов, я практик с 2013 года по сей день. Моя работа была изначально риэлтором, потом 2000, аж уже в 2014 году, спустя год, мне вдруг заинтересовала история с преподаванием в этой отрасли. Я еще на самом деле был почти, считай, стажером. И я начал присматриваться, изучать различные элементы систем, теорий. На тот момент, до 2015 года, на рынке тренеров-то было не очень много. Кто свидетель, правильно? А вот сейчас вот сколько представителей на рынке. Ну да, есть такая история, чуть-чуть миска-то поднабрал и давай преподавать. Будьте избирательны к специалистам, к которым вы присматриваетесь в плане материала, информации и подтверждения их практики. Это важно, потому что сейчас очень много информации, что-то с этим надо делать. Я к чему? Что в итоге моя практика свелась к тому, что изучая рынок, изучая конверсии, появилась какая-то своя история, свой взгляд. Не цель сегодня об этом говорить, я сегодня вынесу несколько элементов, навыков и примеров, да, ситуаций, чтобы вы могли немножко разогнать свой маховичок. Еще, кстати, в тему Феликса по поводу рекомендаций, конечно, это очень важно. Я здесь не просто так отметил, смотрите, внизу предпоследний тезис. Я являюсь практиком аукционов, вариации аукционов. Конечно же, мы понимаем, что на рынке есть регламентированный жесткий какой-то элемент аукциона, а есть вариации. И мы должны будем с вами научиться, на самом деле в перспективе, учитывая, предполагая снижение рынка, уметь работать с ценой, гибко в процессе, ну и, соответственно, конечно же, управляя работой с собственником и дальше то, что начинается в работе с покупателями, когда объект уже пользуется спросом. Не сильно задерживаюсь, я несколько регалий отметил. У меня также есть книга, Борис Малютин об этом чуть поподробнее позже, я думаю, ремарку внесет, а в конце зала вы можете с ней ознакомиться. Можно ли какие-то документы, я не говорю, может быть, серьезных, но какие-то документы в
том числе агентский договор, или в первую очередь агентский договор, подписать удаленно и сделать это просто, вот, чтобы мне не нужно было своим агентам взрывать мозг, как это делается на платформах, ну, которыми действительно не всегда легко пользоваться людям без юридического образования или без каких-то специальных навыков. Ну, собственно, FDoc – это и есть простой сервис по подписанию документов. Он на это и заточен, чтобы клиенту и компании было максимально легко и просто подписывать документы. И вы правильно отметили, если мы говорим про Москву, то она действительно очень большая, и риэлтору не всегда удобно встретиться с клиентом, и наоборот, и действительно легче подписать документы удаленно. И, собственно, наш сервис FDoc, он и позволяет это сделать. Когда вы можете находиться даже в одном городе, вы можете находиться в разных регионах, или клиент, например, может находиться даже в другой стране, и с помощью нашего сервиса это легко можно сделать, а сам процесс, он легкий как со стороны компании, так и со стороны клиента. Первый кейс, первый навык, который я хочу вынести, смотрите, интересная вещь. У меня был агент в группе, который... Я не знаю, как так получилось. Может, это история про то, что он в моменте в разборах понял, уловил одну суть какую-то, да, там сейчас вот поясню. А может, он с этим как бы пришел в отрасль. У него был клиент, который задержался за границей, а квартиру надо было очень быстро сдать в аренду. То есть бизнес-класс в Москве, то есть это дорогая аренда, в общем, да, там порядка 180-200 тысяч за месяц. И квартира была не оборудована ложками, вилками, всяким насущным, чтобы квартира была полностью упакована. Клиент ехал из-за границы, наниматель уже готов был подписать договор найма, но важно было квартиру сдать упакованной. И вопрос, как вы считаете, как вы думаете, что сделал этот риэлтор? А? Правильно, сам купил. Похлопайте, кто так же подумал? Помчался в Леруа Мерлен, знаете такую сеть? Купил быстро все, дешево-сердито, ложки-вилки, обставил квартиру. Клиент приехал, он получил свои комиссионы от собственника и еще премию сверху. А собственник оценил эту историю. Во, это тот риэлтор, с которым я дальше захочу работать и давать ему вот этих самых других клиентов в своем окружении. Когда я в прошлый раз на одном из мероприятий озвучивал этот случай, многие из зала спрашивают... А вот, а как же согласовать с клиентом? Надо был этот вопрос, как вы считаете? Похлопайте, кто из вас думает, ну это же позиция, да? За, да, нет, неважно, там два лагеря-то по сути. Кто согласует и кто не согласует? Вот кто согласует, прежде чем ехать в Леруа Мерлен, уважаемый клиент, я тут подумал, а может нам сделать вот так вот, как вы на это смотрите, да? Окей, погнали. Похлопайте, кто бы предпочел такой путь? А почему так мало скромных аплодисментов? Потому что вроде как здравый смысл. И на одном из мероприятий много агентов похлопали, ну и руководящий состав, что это имеет смысл. Но была также тот список людей, которые считали, что тот агент сделал правильно. Он даже не предупредил собственника, он просто сделал это. Похлопайте за второй вариант. Вопрос, кому это нравится из вас? У нас инициатива наказуема? В России, испокон веков. Но можно же ошибиться, же есть риск, что вы ошибетесь, да, если вы вдруг не согласуете. Но это же останется на ваш выбор. Самое важное то, что написано на экране. Ваша решительность играть на опережение. Я привел пример. Вот он, кейс, аренда, ложки, вилки, Леруа Мерлен, привет, сделка, рекомендации, отсылочка к Феликсу. Бывают другие ситуации, в которых вы должны будете действовать на опережение, и сегодня это больше и больше в цене становится. Когда вы чуть-чуть ПП. Знаешь, ППП? Предвидеть, предотвратить. Это очень важно сегодня становится, потому что пожаров, громадье, вопрос, где ты и как ты по поводу ПП. Смелости, воля, конфронтация с клиентами. Но это та история, она стара как мир, мы избегаем всего неудобного, особенно конфликтов, конфронтации с клиентами, особенно если касается темы снижения цены. Снижать цену, полагаю, в 10 случаях из 10 нужно, я правильно понимаю, коллеги? Собственниками, да? Будь он то самостоятельно, либо по рекомендации. В любом случае, вопрос его ожиданий и реальности рынка. И у меня был кейс, у меня был один агент в наставничестве. И я думал, какой же пример вынести, да? Предпочел вынести пример, приближенный к ценовому диапазону, да, нашей встречи. И к вопросу о том, что не на... ждун — это символ ожидания, символ избегания, да? И, соответственно, пример на доске —
на слайде, про то, что собственник хочет дороже, и в итоге история про то, что да, зачастую мы с вами будем получать пинок от руководителя, да, руководители, похлопайте, пожалуйста, заочно хочу с вами познакомиться, есть в зале такие? Руководители отделов, руководители компаний, да, очень приятно, здравствуйте. Да, и вас приветствую, узнаю, знакомым по Фейсбуку, как минимум, Татьяна. Есть вопросы из того, что я привожу пример на экране? То есть в чем прикол? Смелость и воля к конфронтации. Не только здесь это проявляется. Часто бывает история про то, что мы профессионалы, и, конечно же, на берегу вот только вышли на рынок собственником, нужно же изучить пакет документов. Например, появляется покупатель, нужна выписка ЕГРН, банально. Собственник ее сегодня, только он может ее заказать, да, с персональными данными. Вопрос, бывает так, что собственники, скажем, инертно задерживают заказ ЕГРН, а вы, стало быть, в ожидании, покупатель в ожидании, похлопать, у кого такое бывает? Да, это абсолютно, я бы сказал, что это ежедневная ситуация. И здесь про то, что вы с позиции, стало быть, из вас двоих, вы и продавец, лучше знаете, что вообще происходит сейчас. И вы запрашиваете. И многие из нас в силу типа личности зачастую могут испытывать неудобства. Ну, надо же потребовать от клиента и, стало быть, так сказать, зайти чуть сверху и поставить задачку, правильно? Давай-ка вот постарайтесь, а вот как скоро сможете, а вот сегодня сможете, а вот желательно не позже 7. И ты вот как-то там обтекаемо такими вежливыми фразами пытаешься изложить эту суть. Суть простая одна. Находиться в позиции, что вы имеете право-то, по сути, поставить задачу. Согласны, коллеги, похлопайте? Задача – это что-то про что-то, измеримое по времени, ограниченное по времени, с определенной долей требовательностью. И, конечно же, здравый смысл нас, взрослых агентов, про то, что ну, вежливо, корректно сформулировать эту задачу. И, по сути, это претензия на возможную конфронтацию. Я еще один пример привожу в параллели с тем, что мы находимся и так в конфликте с клиентами по поводу снижения цены. Я, на самом деле, вот думаю, у меня 20 минут времени. Думаю, какую тему поднять? Поднимешь там тему, не знаю, холодных звонков, так можно утонуть в ней. И, соответственно, я вас заочно завтра, на завтрашний день приглашаю на свой мастер-класс. Мы там разберем тему поиска эксклюзивов в повторных звонках. И учитывая, что это коммерческое мероприятие, оно платное, то, соответственно, это про глубокий разбор, про то, что мы испишем весь флипчат, помимо 70 слайдов презентации, которая будет выведена на экран. И вот вопрос. У меня 20 минут осталось, буквально, наверное, я думаю, минут 10, и коснуться элементов чистейшей психологии продаж. По сути, Феликс на самом деле затронул тему психологии, и он задал вопрос интересный. А как, ты знаешь как, вот ты посмотрел фильм, и кто из вас сразу же позвонит и расскажет, блин, я такой фильм сейчас посмотрел. Похлопайте, кто из вас был бы готов так сделать? Не очевидно. А кто такой типа посмотрел фильм, мне хорошо, плевать на остальных, как бы, что рассказывать? Я такой. Ну, как бы я не полечу впереди планеты всей рассказывать, блин, я такой фильм посмотрел. Какой фильм? Не знаю, «Чарли и шоколадная фабрика». Я пересмотрел этот фильм вчера. Похлопайте, кто знает этот фильм? Последний раз я смотрел лет 7-8 назад этот фильм, и то, что я вчера посмотрел, думаю, это вообще небо и земля. И в том плане какая-то мудрость заложена. Так вот, то есть такая интересная история, разные реакции. Кто-то сразу делится, кто-то чуть позже, а кто-то вообще забыл, что он посмотрел этот фильм и предпочтет не делиться. И здесь речь про то, что есть типы личности. Они разные. Мы разные с вами. Я как раз хотел коснуться этой темы немножко. И как раз то, чего мы часто не видим с вами. Я заказывал у художника картинку. Думаю, мы вроде все слова-то русские излагаем, но зачастую вы замечаете, что не всех мы понимаем и не все нас понимают. Вы согласны? Но мало кто, потому что это такая, знаешь, такая мягкая, сложная материя, которую действительно зачастую очень сложно измерить, а ввиду индивидуального восприятия, которое каждый из нас имеет, оно поди так, знаешь, как бы вот есть опыт Васи, Пети, Маши, Люси, а как там
скажем, вот все эти опыты привести к единому знаменателю и измерить. Это не по поводу того, что, допустим, мы должны воспринимать клиента как ребенка, да, стало быть, свой словарный запас подсократить. Вы знаете, да, такое правило в коммуникации? Не умничать с клиентами и поменьше сленга. Особенно если перед вами люди, которые не используют американизированные слова, которые сегодня используют подростки. Кринж, краш, да, в том числе пакет нужен, в супермаркете спрашивают, да, вас? Вам пакет или как? Нет, я миллионер. Скажи что-нибудь на миллионерском. У меня свой пакет. Мне не нужен пакет. Чего мы часто не видим? Вопрос в чем? В том числе работа с сопротивлением, да, работа с возражениями – вечная тема. И если мы с вами углубимся в изучение одной конкретной темы, практически не всегда просто применимой, то вопрос в том, чтобы вообще, в принципе, снижать сопротивление. Да? То, как правильно подмечено было, слова, которые мы произносим, вызывает реакцию. И вот эта реакция про сопротивление зачастую людей, да? Возражения, сомнения, их безразличность в том, что вообще происходит вокруг жилищного вопроса или тех слов, которые мы говорим. Навыки, которые дадут вам плюс 200. Я, вы знаете, что вопрос? Я последние 2 года изучаю тему. Типология. Да, то, куда я погружусь с вами буквально там через пару минут и на следующие 5 минут. Последние 2 года плотно изучаю. И вдруг я осознаю. Раньше я слышал одну вещь, аксиому. Мы теряем до 80-90% денег только потому, что мы, не понимая клиента, говорим ему словами, непонятными ему. Я думал, это аксиома, которая не будет иметь ко мне никогда никакого отношения. Но когда я погружался и понимал, что в итоге, смотря через призму типирования, я понимал, что есть клиенты, с которыми мне очень сложно. Я же практикующий, и я начинаю осознавать, что мне сложно. Вопрос. Есть ли клиенты, с которыми вам сложно? Вы могли бы ведь так ведь напрячься, потрудиться и попробовать описать, это что за такой за клиент, с которым вам лично трудно? Будут ли совпадения в описаниях, когда вы будете прикидывать того или иного клиента, с которыми вам трудно? Похлопайте. Вы согласны с этим? Ваша реакция, ваши аплодисменты дают понять, помогают мне измерить, да, актуальность того, что я сейчас в этот момент спускаю с языка. Подачу, которую примут не все клиенты. У меня был кейс. Причем он личный кейс. 26 мая в этом году я подписал договор, 14 июля, на удивление многих в окружении, уже произошла сделка. Собственник просил за дом, хотел за дом. Я выношу сюда кейс, он московский, 72 миллиона рублей. Изначально, когда проводилась первая встреча, собственник отказался от снижения, и на тот момент была рекомендована цена на первой встрече 60 миллионов на 12 миллионов. Попробуйте измерить на калькуляторе, какая там разница, да, в процентных соотношениях. Это очень важно понимать. И для всех более понятная история в процентном соотношении разница в цене. Но если мы измерим толщину кошелька любого смертного, то 12 миллионов разницы, вы согласны, что это достаточно много? Сколько бы ни стоил объект. Так вот, вопрос в чем? Я обращу внимание, что собственник отказался снижать цену, но была оговорена важная составляющая, что примерно через 2-3 недели, примерно, потому что охват рынка покупателей может занять 2, может быть 3 недели, мы подойдем к вопросу, к задачке все-таки снизить цену до более привлекательной, чтобы к нам пришли люди, которые могут вообще сказать, что они думают по поводу этого объекта, да, покупатели. Обращу внимание, что через 10 дней был затронут снова вопрос снижения цены, в котором собственник отказывался снижать, но для него это было обосновано справедливо, потому что он за эти 10 дней не получил достаточно для себя информации, данных, подтверждения того, что цена в 72 не является правильной. Уловили? Не получил он достаточно для себя данных, чтобы сформировало в нем веру и готовность к снижению. Но важный момент, что этот собственник, которого я для себя по определенному понял, кто же он для меня, кто он такой, скажем, по типу личности. И 4-й пункт, видите, что написано? У всех экран, да? Зашел сверху. Понимаете, о чем речь? Ну так вот сверху. Вот вы сидите, а я вот тут сверху стою, понимаешь? А если я сяду на стул, я, стало быть, с вами на равных сяду. Поняли, коллеги? А вот иерархически я сейчас сверху. И вот если бы мы нарисовали бы шарж, я зашел сверху, к этому собственнику. Зачастую в здравом смысле человека это история про проявление властности. Понимаете, о чем я говорю? Похлопайте. Похлопайте, коллеги, это важно. Вы не хлопайте. Почему не хлопаете?
Не, подождите, вы хлопаете, потому что я попросил или потому что вы согласны? Шутка. Не смущайтесь. Важный пункт пятый. Потому что когда мы среди русских рассуждаем, что такое властно, что такое сверху, зачастую нормальный русский здоровый человек психически думает, что это про оскорбление, переход на личности. Нет, пятый пункт добавил специально, чтобы вы понимали, без перехода на личности, без личных оскорблений. Понимаете идею в чем? В коучинге, в психологии есть хорошая техника, называется «я-высказывание». Не уделяю этому время, вообще просто в принципе сейчас запишите. Если вы начнете осваивать, тренировать этот механизм я-высказывания, вы поймете, что многие конфликты с клиентами можно решать гораздо проще. Но эта техника сложна, потому что мы привыкли с детства оскорблять друг друга. Понимаешь, вешать ярлыки и вносить оценки. Но это сложно, я согласен. Ну так уж воспитали. Смотрите, ну важно, что при снижении цены надо обосновать выгоды, иначе зачем вообще собственнику принимать эту вашу догму на веру? По факту 4 покупателя, показы, торги за лучшее предложение. Ну и по факту сделка. Обращу внимание, что, конечно же, собственник не получил цены 72, я даже больше скажу, он не получил 60 миллионов. Сделка была по цене 55. Две минуты. Но первое предложение, которое озвучил покупатель, вернее, первое предложение, предложение серьезного покупателя было 52. И это потом была экспертиза, ну, дома, да, он заказывал независимую экспертизу, переговоры примерно шли 7-8 дней, так уж сложилось с этим покупателем-интровертом, который очень долго принимал решение, понимаешь, в чем вопрос? Коллеги, нравится пример? Чему он учит, да, очень хочется с вами обсудить, но формат сегодняшнего мероприятия не предполагает пока вот сейчас с вами. Соберемся завтра. Коллеги, кто готов завтра прийти на... разбор повторных звонков со мной. Похлопайте, пожалуйста. Ну, 40 человек там точно есть. Так, уже. Борис, вот, судя по аплодисментам, человек 27 я насчитал. Могу ошибаться. Вопрос, могло не сработать? Ну, вот-вот, я вот то, что я сделал с клиентом, вы читаете, в силу своего восприятия прикидываете. Могло не сработать? Конечно, могло. Так, он не переключает. Время, да, говорите? Коллеги, презентацию слушатели получат, Борис? Коллеги, там конечно, дальше... Конечно, все презентации будут в телеграм-канале этого мероприятия. Я еще раз покажу этот код, соответственно, можно будет в телеграм зайти. Коллеги, в телеграме посмотрите, там еще есть полезная информация. Один инструмент, который я вот хотел вроде как плюс 100-500 к вашему доходу, те, кто из вас готовы, по QR-коду пройдите. Вы будете крайне удивлены, все банально и просто. Это действительно история про то, что вы можете получить дополнительные плюс 100-500 к вашему доходу. И это интрига, которая сейчас зреет. Вас сильно либо разочарует, либо просто, знаете, снисходительная улыбка, которая появится на вашем лице. Благодарю вас за официальную часть, которую я провел для вас. У меня есть важный момент, который я хотел с вами коснуться. Мини-опрос хотел провести. Сегодня говорилось про компанию «Моя ипотека», и я уже, наверное, где-то четвертый раз провожу этот опрос, и для себя понимаю, что есть очень неочевидные вещи. Если у вас или ваших клиентов есть неиспользованный материнский капитал, то у меня для вас хорошая новость. Даже если вы понимаете, что его сумма не позволяет решить вам те вопросы с жильем, которые хочется, вы можете получать с него доход. Если у вас в 2019 году или позже родился третий, четвертый или последующий ребенок, то у вас осталось всего несколько месяцев, чтобы использовать от государства субсидию в 450 тысяч рублей. Дело в том, что в текущей редакции закона действие этой субсидии прекращается 1 июля 2024 года. А если совместить маткап и субсидию, то получается более 1 000 000 рублей, на которые можно купить комнату или квартиру во многих регионах России. Ее можно сдавать и зарабатывать до 200 тысяч рублей в год или до 15% годовых. При этом недвижимость будет дорожать. Для вас и ваших клиентов это может быть реальным доходом или выходом из сложной финансовой ситуации. О подобных кейсах мы обязательно расскажем. Ссылки в описании. Коллеги, вопрос, у кого есть в семье ребенок, который родился у вас 2018-2019 года? Похлопайте, пожалуйста. Не очень много, да? Я прошу, те, кто у вас вдруг есть дети, и вы воздержались от аплодисментов, опрос очень важный. Он социально ориентированный и направлен на решение гуманных элементов.
Коллеги, а у кого есть в семье второй ребенок и материнский капитал в том числе? Так, каждый раз в зале есть молодые родители. Это здорово. Прекрасно. Вы помните, что действует до 1 июля 2024 года? Так называемый, полагаю, отцовский капитал. Вы в курсе? Понимаете, я когда касаюсь этой темы, понимаю, что в Москве это как слону дробина. Хотя компания «Моя ипотека» разрабатывает отдельную компанию, компанию и фишку для Москвы с Питером. И я понимаю, что когда речь касается, что три программы – это до 1,5 миллиона рублей, то это любой город, это очень хорошая история с бюджетом. И причем в чем вопрос? Я хочу вас заочно пригласить на вебинар 7 числа, где будет разобрана тема, первая, те, кто из вас похлопали. Интересная вещь, когда я вдруг узнаю о том, что люди могут решить вопрос с жильем, не конкретно для себя, вот вам жить типа негде, нет, перейти в позицию в том числе инвестора, может быть для кого-то это будет позиция инвестора в кавычках. Ну какая там, какой инвест до 1,5 миллионов, кто-то посмеется. А для кого-то инвест в 400 тысяч тоже будет шуткой. Но я знаю, что, например, в Челябинске можно вложиться, не знаю, там до 1,5 миллионов. Вы знали же об этом, правильно понимаю? И для меня это не очевидно, потому что в других бюджетах вообще с другими задачами. Первое, 7-го прийти на эфир, чтобы разобраться с элементами технологии и решений в личном вопросе, вашем для вас. Второе, ну вообще разобраться с темой работы с трудными покупателями, те покупатели, которые конкретно без денег, но у них есть материнский капитал. Поднимите руку, кто понимает сейчас о чем, и может быть это вам актуально? Разобраться в работе с покупателями, у которых нет денег. Замечательно. Везде есть ниша, везде есть специфика, сегментация там, где у покупателей нет денег. И эта история сейчас еще, кстати, про то, что, в принципе, если мы говорим про потенциальное снижение рынка, то у больших еще количество покупателей будет меньше, чем собственники запрашивают, да, стало быть. Ну и, соответственно, получение еще и дополнительных клиентов-покупателей. Все, что нужно сейчас, просто вот пройти сюда, подписаться и сделать паузу. Он у вас, этот телеграм-канал, очень быстро затеряется. Но к 7 числу придет напоминалочка. И вы сможете снова поднять для себя этот актуальный вопрос при паре-тройке вводных на этом канале, про что конкретно будет идти речь. История простая, интересно, что вы можете получить дополнительных клиентов, получить кэшбэк, ну или реально выплату, получить клиентов, у которых есть потребность в вашей услуге. Я, знаете, такой вдохновленно говорю и думаю, вроде рекламная интеграция, давай честно. А я такой озадачен, а как ее сделать нативно? Ну, думаю, надо спросить вас, у вас есть материнский капитал? А можно же свой вопрос решить. Короче, куча полезностей, которые ждут вас 7-го. Сейчас просто сделайте паузу. Коллеги, ну и мой QR-код, мой канал, подписывайтесь, будем на связи. Я о продажах, не захламляя канал ежедневно. Благодарю вас.